Доброго дня, друзі та підписники. У нас вже осінь, на вулиці погода чудесна просто, трава ще зелена, а листя на деревах уже жовто-зелено-красне. Вирішив трошки посидіти в парку та зняти для вас відео. Недавно к нам на склад приїхали от такі от небольші прикольні ножички, такі от брілкові наключники. Ну, чому я вирішив, що це именно наключники? Во-первых, вот смотрите, какого размера нож. Реально размера с ключ. Во-вторых, у него идет, ну, в комплекте заводное колечко. Я одно уже вытянул. Каждому ножу идет заводное кольцо. Вот такое. То есть мы можем либо нож вешать на ключи через темлячное отверстие, либо запустить туда заводное кольцо и вешать через заводное колечко. Нож компактный, легкий, вес у него всего 27 грамм. И по ценнику очень и очень недорого стоит. Даже дешево, бы так сказал. Но, к счастью, китайцы не пожертвовали качеством. За небольшие деньги мы получаем хорошую обработку всего ножа. Накладки у нас из пластика. Пластик, правда, с насечками, как вы видите, поперечными. Умудрились сюда даже бэкспейсер поставить. Кольцо вы уже видели. Лайнеры стальные с одной и с другой стороны. И здесь у нас подшипники в осевом. Отличная механика. Просто пушка флипует ножик. Замок лайнер лок. С насечками даже лайнер. Ну, короче, вообще нож классный. 8 хром 13 молибден ванадий клинок. Длина клинка 55 мм. И толщина в обухе 2,2 мм. У нас сейчас в двух цветах нож имеется. Это черный и красный. Вот такой вот. Я так подозреваю, что китайцы взяли дизайн из своего такого вот прародителя. Это у нас был Fisherman. Тоже такие же самые пластиковые накладки, насечки. Тоже механика отличная. В осевом подшипнике. Вот. Но решили сделать, наверное, поменьше в таком брелковом стиле. Ножик получился. Но даже китайцы решили замудриться. И если Fisherman'а здесь не было насечек на плавнике, то у новых ножиков они даже поставили насечки. Смотрите, как такой вот малыш с прекрасным качеством и с насечками даже на обухе. Конструкция очень прочная, то есть я вот двумя пальцами давлю, я вообще продавить его не могу. То есть лайнеры достаточно толстенькие для своего компактного веса, бэкспейсер имеется почти на пол клинка, и продавить нож не получается. Такой нож, хотя и компактный, но 55 мм клинка, я думаю, можно не только распечатать какую-то посылку, но и какую-то охотничью колбаску порезать без труда получится. Прикольные ножички, советую. Надеюсь, обзор вам был полезен и интересен. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях обязательно. Ссылка будет под видео. И прямая ссылка на ножи будет тоже под видео. Всем спасибо за внимание. Пока.